же еще как с вами остались. Это же тоже как всегда сразу. Совсем немного. Я академию закончил, как положено. А ветер? Да, они же потом забьют еще палочки. Так нельзя его без палочки. Так. Все нормально. К сожалению, планы в этом году маленькие, всего на осень 3000 деревьев. Вот заканчивается период, когда можно молодые деревья посадить. В каждом районе есть такой план. Ну, сегодня вот мы в центральном районе немножко, ну, я не скажу, что помогаем, а примером показываем, что на самом деле деревья надо сажать, потому что на самом деле у нас деревьев мертвых, сухих много, мы много выпиливаем. На самом деле застройщики в центре города на местах все равно зеленые насаждения выпиливают. По набережной большие работы делаем, все равно выпилим. Поэтому не заниматься озеленением, подсадкой деревьев, ну, нельзя и неправильно. Поэтому я думаю, что в плавном режиме, своим примером, для юношей, для детей и со школами, все равно посадкой деревьев будем заниматься. Но сегодня обратили внимание, довольно-таки качественный материал. Да? Поэтому надо не просто кустик посадили, а этот материал надо потом ухаживать за ним, поливать, выращивать. И город будет зеленым и благоустроенным. Много сухих деревьев. Вот раньше были эти самые такие, ну, фонтанчики эти самые. Сейчас куда-то они подевались, их нет. Раньше их включали и поливали. Вы знаете, какое у нас лето, жара невозможная, прям, ну, невозможно для растений. Душно, плохо. А никто не поливает. Мы надеемся, что они не погибнут. Чувство радости, потому что мне очень грустно. Вот буквально 10 лет тому назад вот эта улица не была видна абсолютно. И абсолютно не было видно движущегося транспорта. А теперь, когда старые деревья уже исчезают, к сожалению, что ж поделаешь, это закон жизни. И подсадить деревья обязательно надо, чтобы у нас была шикарная набережная, замечательная. Это нас радует. Конечно, чтобы еще только поливали, чтобы это не было напрасным трудом. И главное, жалко будет деревца. Так что мы очень рады этому. Будьте здоровы все. Останутся, во-первых, памятные воспоминания о том, что мы приложили, так сказать, свои усилия к этому замечательному дню высадки. Вот. Потом можно будет прийти со своим сыном, допустим, я могу прийти и показать, что вот мы сажали, участвовали в развитии, благоустройстве нашего города. Каждый должен посадить свое дерево, потому что, посадив дерево, мы практически зародили новую жизнь. И чем больше их будет в нашем городе, тем будет красивее, зеленее и моложе.